очень быстро мчится через 21 век. Петь, гулять, не веселиться любит русский человек. Мы сегодня пятером вам про русских подчастушки с этой сцены пропоем. Первый спас всегда медовый, так что люди каждый год покупают самый свежий и, конечно, вкусный мед. Спасу все ребята на земле. Любят все у нас потехи, люди весело живут. Встретить спас без утварихи, я режавом зовут. Значит, будем веселиться, если к вам хлеб без вас. Подточить мы любим лясы, не судит нас никто. Есть у нас три главных спаса, а придумать можно сто. Чтобы сделать вырви глаз, значит, будет спать отменный, ни хренов не будет спать. Уберут картошку люди, слышат в погреб про запас. Все лохновый праздник будет, спас картофельный у нас. Значит, будет спас морковный, и свекольный будет спас. Подливаем реку с квасом, дружно вспомним о былом и отпразднуем все спасы за семейным за столом. Много праздников есть разных, мы их празднуем не раз. Но один из главных праздников – это праздник «Русский спас».